Добрый день, пчеловоды. Сегодня у нас 25 июня 2021 год. Хотел бы с вами поделиться, как я вывожу маток в этом сезоне. Попробовал, и мне понравился очень результат. Шестирамочники. Сила семьи здесь была 12 рамок. Я еще подсиливал другие семьи. Отсюда тут была сильная матка прошлогодняя. Я ее забрал, сделал отводочек, и здесь остались пчелы, 12 рамок. Я сжал их, и количество пчелы здесь получается корпус на 145. В этом корпусе на 145 стоит кормушка литровая, больше ничего. Кормушечку, корпус снимаем с кормушкой. Здесь хочу показать льёночка. Отверстие оставил для того, чтобы пчелы брали с кормушки и несли внутрь гнезда. Льёнку убираем. Кормушка для чего? Сейчас липа цветет, мы видим, взяток идет. Пчела сильно летает, но подкармливаю все равно. Потому что если не подкармливать, маточники будут некачественные. Сахарный сироп, мед добавляю туда и еще пыльцу. И при этом маточники будут качественные, и матки выходят полноценные, без всяких дефектов. И очень качественные, крупные. Здесь 6 рамок, 6 рамочник, 5 рамок пчелы. Обсиживает на них там 2 пальца. Можно обратить свое внимание, что здесь пчелы очень много, смотрите. Такое количество пчелы. Двенадцать маточников вверху, 12 внизу. И смотрим. Приняли. Количество, смотрите, какое. Здесь нету, одного нету, 11 на верхней планке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, нету, девять, десять и 11, 21 из 24. Вот такая вот сила. Пчелы Бакфаст вывожу на F-ке. Прошлогодняя B171 линия. Вывожу в этом году линия B2, облетывалась на Лаутентале. Вот такое вот количество. Когда выводите маток, вот так вот должны быть. В таком порядке должны быть пчелы. Смотрите, как они висят. Матки я уже вывел в этом отводке, ну не в отводке, в семейке. Вывел уже это 4-й раз. Одна прививочная рамка, не 2 рамки. Я хочу качественные матки. И чтобы получились качественные матки, необходима одна прививочная рамка, я считаю. Когда ставится 2 рамки, количество, кто-то может сказать, у меня пчелы. Да, если там пчелы будет 30 рамок, я согласен, там, или 24, можно и 2 поставить, потянут. Ну, здесь 12 рамок, мне, я хочу качественные, вот они тянут. И потом, когда они запечатывают, я беру, отношу в инкубатор, ставлю. И в инкубаторе очень хорошо они вылупляются в сроки. Без всяких задержек, если вы поставите любительским пчеловодством занимаетесь, поставите где-то в отводок или в другую семью, там, сильную, температурный режим может нарушиться, так как дожди в этом году очень часто, практически у нас шли каждый день сейчас, и температура ночью понижается до 16-15 градусов, я считаю, что выйдут не очень качественные матки, если в улье оставить, в инкубаторе будут качественные, смотрите, вот эта сила и спокойствие пчелы. Без матки уже где-то 3 недели, и они спокойны и работают без всяких проблем. Вот так вот. Я уже на рамке тут понаписывал, в том году на этой прививочной выводил вот B171. Вот я 23 числа поставил эту прививку, линия B2. Подкормка обязательно, если хотите качественных маток, хотя и липа цветет, взяток хороший, лед мы видим какой. Я от нее уже вывел. У меня еще другие воспиталки есть в другом месте, на другом участке.
я попытался в ульях, а это я сделал эксперимент, как можно сжать и сжал. Вот реально на каждой рамке здесь два пальца. Ну, тут такое количество пчелы, они в два слоя, мы видим, как и качество очень хорошее. Здесь я обратил свое внимание на ульи, деревянном улье. Пчелы вчера была температура 30 градусов, выкучиваются, прямо бороды такие большие. Здесь вообще никто не выкучивается, там под низом сетка. Мне очень нравится выводить и содержать в этих шестирамочниках. Вот смотрите, здесь я уже вывел, тут у меня отводки уже от этой B2. Эта семья выводила и другие так же само. Я с того, тут вот улья у меня стоит B2 на весах также. Это с Германии мама. А вот от нее я вывожу в этом году. Трутень у меня я вывожу с линии B69 от Питера Штофена в этом году. Подставляю трутневую вощину и делаю хороший трутовый фон. Где-то семей у меня 5-6 таких вот. Именно B69, также трутень B171. А вывожу именно от B2 маток. Тогда получается неплохой результат. Я смотрю, позавчера облетывались матки вот здесь, в этих всех новые матки. Так как я отводки продал с этих шестирамочников, остались хвосты. И в эти хвосты я поставил уже меченые маточки. Они вот из всех 10 штук в ряду, ну, здесь я вывожу, 9 штук все облетались, ни одна не потерялась. Этих. Разным цветом покрасил. И такое качество. Ну, вот здесь силы вы видите. Здесь мало пчелы, так как они там, рамка печатного расплода была, кормовая и вощина, три рамочки. И через месяц тут уже будет полный он, когда они, она засеет. Ну, чуть больше месяца необходимо. Такое вот качество. Мне кажется, что такие ульи, они будут пользоваться успехом. Они легкие, солнце не палит, зимой не холодно. Зимуют у меня отводки в этих ульях без проблем на улице. Сетка полностью открытая и проблем нет. Вот такое вот спокойствие этих пчелок. Я поставил полурамочный. Все. Вот это вот сила, сейчас липа цветет, вот они работают, матки нету, а пчела, знаете, не сидит, как обычно бывает, какие-то другие, может быть, породы пчел, они сидят, тут бороды, нервничают, а эти даже не чувствуется, что тут матки нет, вот работа идет, и тянут, вот 21 маточник запечатанный, качество, маточное молочко там заливают, я там визуально обратил внимание, там очень хорошо заливают, ну и потом маточники соответствуют размеру и качеству, и тепло здесь, и при падении этих скачки температуры не препятствуют развитию нормальной личинки. Так что вот такой вот коротенький видеоролик я вам снял. Всем желаю хорошего настроения, хороших медосборов, качественных пчел. Всем всего хорошего, до новых встреч.